think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня с вами тест интересной сборки. Решил потестировать такую вот сборку зефира, нестандартный зефир. Почему? Стоит на нем дополнительно стан. В принципе, 3 цели, 2,5 секунды. Кулдаун 3 секунды, плюс еще дополнительно вот такая вот сборка у меня. Спектр 7.7, я его вам показывал уже, тестировал против Барда, именно Спектр, и он на Фрэнку просто отлично заходит, Барды разлетаются, но есть опять же свои нюансы. В общем, такая вот у нас сборка. Такс. У нас получается герой своим скиллом наносит дамаг, имеет кучу иммунитетов, парализует на 1 секунду, кулдаун 2 секунды, плюс дополнительно при атаке на него будет станет, плюс накидывать еще блокировку, то есть довольно-таки дофига всего. Еще я думал попробовать вариант, может сейчас посмотрим, накидывать еще дополнительно молчанку, сейчас я гляну, или у меня есть тихое укрытие. Отлично, есть. Мы сейчас еще поставим ему дополнительно тихое укрытие. В итоге у нас получится интересный такой дебафер. Я думаю, на девятку качнем. На десятку бессмысленно качать. Так, кулдаун 4 секунды, кулдаун 7. Ну, этот деф ему, по сути, нафиг не нужен, но самое интересное у нас это блокировки максимальные. То есть у нас блокировка здесь молчание. Двум героям на 4 секунды кулдаун 7, плюс здесь стан, плюс здесь блокировка, то есть на 2 секунды кулдаун 5 секунд. Будем нападать с твинка. Вот с этого аккаунта. Сейчас я тут единственное пособираю героев. Некоторые герои будут даже на максималках. Попробуем такой вариант. Будет и смотр. Там у нас смотра нету. Такс. Давайте здесь десятку сделаем. Скиллы здесь, конечно, не прокачаны на максимум, потому что это надо сидеть и дротить дофигища времени. Но этим надо постепенно заниматься. Честно скажу, это реально очень длительный процесс. Так, давайте тут попробуем. Ремка тут нафиг не нужна. Пробуем такой вариант. Заморозочка. Так, попробуем такую Фрею. Пактом. А землеройка, я думаю, тут ничего не сделает. Ну, интересно тоже посмотреть на это. На максимальный, ну, относительно максимальную дефную землеройку. Я даже суперпэтов поставлю ради интереса. Так, первая порция у нас есть. Поехали, посмотрим. Вы знаете, что у многих героев нету иммунитетов от всего. И вот этим надо воспользоваться. Такс, что-то у меня 5 героев. Не понял. Ставим сюда еще зефира. Такс, поехали. Даже смотр активирован. Блокировка прошла. То есть обычные удары только идут. Смотрите, как блокировочка проходит часто. Молчанка, блокировка. Интересно, интересно.
плюс стан. И самое интересное, что Зефир убивается на Охнике. Посмотрите на его отхил. Он получает обратку по 36к. Вот, все хилить начал. Когда этот не в форме, он хилит себе там по 90, да? Потолок. То есть в данном случае у нас Зефир получается просто тупо сливается на отражалке. Но он дофига блокирует. Интересно. Просто тупо слив. Причем слив Огника намного хуже прокачки. Фига себе, интересно. Так, ну что за фигня? Че вечно подвисает? В два окна вечно что-то подвисает. Блин, ну не знаю. Я ожидал все-таки большего, но... Слили. Странно. Видите, надо все-таки ставить либо СС-ку, тогда блокировки не будет. Ну вот, Феникс станется, блокируется. Но толку, как видите, тоже особо много нет. Слив. Хотя блокировка проходит. Ну, 2 секунды блокировки, я вам скажу, жесть, он просто тупо сливается. Это топовый Зефир с максимальной прокачкой и просто тупо слив. Как видите, все-таки обряд лечения. Это именно то, что ему надо. Ну, СС-ка, она просто увеличит этот хил. Но обряд лечения будет давать хил с каждого удара. Ну, опять же, на деф обряд лечения у вас будет работать только когда герой будет атаковать. Блокировка в данном случае лучше. На PvP-локации под вопросом надо будет, наверное, все-таки на PvP-локации пойти потестировать. Ну, просто тупо, опять же, слив. Два героя и два его слили. Тут то же самое, если бы Фрейя было с отхилом хоть каким-то, Зефир просто улетает. Вот она уже его наполовину просадила. Жестко. Ну хоть землеройку он разберет. Хоть что-то радует. То есть, видите, там, где герои с ограничением у нас, Зефиру не сладко, потому что у него отхила мало, и тем более, если там отражалка. Вот таких вот два варианта, интересно, кто кого. Но мой намного быстрее проседает. На основе. Как-то очень странно. Хотя у нас и станы, и блокировки, и прочее. Тут не должен хилиться. Тут у нас Зефир. Ну, тут жизни больше, все понятно. Плюс обряд. То есть, как видите, жизнь для Зефира очень многое решает. Обряд лечения есть смысл ставить. Пенек. Ну, не знаю, с 6 героев только землеройка слился. Интересно посмотреть будет сейчас, кстати, на Барда. Бард тоже не должен слиться, потому что в такой сборке Зефир, в принципе, дамага много не нанесет. Это Фрэнк убивает. Зефир не дамагер, и он тоже сольется. То есть Бард реально тоже затащит. Ну, плюс тут у нас Дрога, который читерный. Единственный вариант это для Барда, это Фрэнк с хорошим дамагом. Я не знаю, каким образом там оно все активируется, но там Бард сливается.
Нет, это жестко. Это жесткое просто унижение топовой прокачки. Но мы сейчас пойдем еще на по локации. Один на один это, конечно, одно. Так, ну давайте еще попробуем такой вариант. Попробуем ворожей, интересно посмотреть. А, лисицу хочу посмотреть. Все, у нас больше. А, еще и Мэри хочу посмотреть. Вот, кстати, Мэри интересно будет глянуть. Да, мы поставим ПДшку. Такс. Ну, то есть, по сути, мы протестируем 10 героев. Гаси, посмотрите, как с бардом жестко. А с бардом реально жестко блокировка. Посмотрите, что делает. Фига себе. Ну что там у нас за сборка барда? Ну огненка, в принципе, плюс этот. Хорошо, давайте попробуем другой вариант. Нет, а что он жестко барда раздал? Видимо, против барда эта тема хорошо действует. По 200 фигачит. По 200 знаете, чего он фигачит? Когда блокирует. Так, то по 100, вот 100, 200, 100, 700. А когда идет блокировка 200, то есть когда он блокирует огненку, а он в таком варианте блокирует ее, кстати, благодаря именно молчанке, то есть молчанка блокировку дает, и он сливает на изи. Ну, на барде это не действует, конечно, но вот это вот прикольно. Оккультист очень хорошо проседает. Я думаю, что такое? Ну, не до конца, конечно, проседает, но очень жестко. Может, есть смысл эмблемой ставить в некоторых вариантах. Ворожая, кстати, то же самое может быть. Ворожая даже отхил не спасет. Жестко. То есть троих героев он уже слил. Пять, три. Такс. Давайте лисицу сначала. Тоже посмотрите, блокировка проходит 158, 90 по 200. Только снимает блокировку. Но здесь он, конечно, по нем еще и миссает конкретно, но есть смысл. Интересно. Но лисица он тоже убьет. Значит, будет 5-5, что ли? Интересно, Мэри. Мэри у нас с ПДшкой. Ух ты, жестко. Слил он все-таки Мэри. Причем Мэри у нас с отражалками. Интересно. Ну, еще разок. По 400 пробивает нули. А потом по 200, ребят. Интересно. Но здесь иммунитет к молчанке есть. Значит, здесь блокировка больше работает. Получается, ну, выходит, блокировка блокирует спектр.
Как-то вообще жестко. Да, смотрите. Просто на изи сливает ее. Ну, походу 5-5. А, так, окей, пошли на этот аккаунт. Давайте его сейчас затестим. А, по локациям именно в такой сборке. Ну, как по локациям. Хочу его потестировать на арене. У меня попытки вроде еще есть. Ай. Смотрите, стан проходит. Блокировка проходит. Блин, ну смотрится довольно-таки неплохо. Блокирует огника, блокирует Фрейю. Единственное, на таком расстоянии я не вижу стана, чтобы стан проходил. Но блокировка реально классно работает. Немножко не хватило. Вот он заблокировал, обездвижил. Оба они полностью обездвиживают. Так, а что по стану? Ушатали его как-то быстро. Или он ушатался на отражалках, я что-то не заметил. Так, хорошо, поехали. А, у меня здесь попыток нету. Ну, в общем, я думаю, в следующий раз протестим. Ну, что я могу сказать? Интересная тема, честно скажу. Интересно посмотреть на забытый, как оно будет все. Потому что здесь есть стан, есть блокировка и молчанка. То есть нестандартный вариант, который, в принципе, очень интересен для такого плана героев, так как он парализует, накидывает молчание. Теперь и станет, и блокировку. Ну, а здесь, посмотрите, совсем все. Ну, тут у нас все вместе. Тут, конечно, он сольется на отражалках. В общем, пока 5-5. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.